Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня мы поговорим с вами про криосферы Фаберлик. Мы можем их применять и утром, и вечером. Зачем они нужны? Лимфодренаж, согнать отеки. Производители утверждают, что даже мелкие мимические разглаживаются. Но по сути это просто воздействие холодом на ваше лицо. Да? Что мы должны сделать перед тем, как начать процедуру? Во-первых, очистить лицо, умыться, протонизироваться, что я уже сделала. И дальше у нас с вами крем, либо сыворотка, у меня это будет крем. И уже потом мы делаем лимфодренаж. Я делаю его несколько дней и могу сказать вам, что вот вы спрашиваете в комментариях, есть эффект или нет. Ну, воздействие холодом на лицо, да? Конечно, есть. И стоит ли заморачиваться и переплачивать именно за криосферы, я бы ответила нет. Я раньше, девчонки, замораживала кубики льда. В формочках для льда, я думаю, у всех есть, у кого нет, они стоят копейки, можно купить. Замораживала, особенно вот весной, летом, уже зимой как-то холода лишнего не хочется, а весной, летом я так делаю, сейчас делаю обязательно тоже. Либо это просто лед, вода, самый элементарный способ, либо это минералочка, что очень круто сказываться будет на нашем лице, да? Бутылку минералочки купили, заморозили кубики льда. И с утра протираем. И отеки все будут сходить, и кожа будет более упругой. И вообще это очень классный способ ухаживать за своей кожей, поддерживать ее в здоровом виде, да? Либо это кубики с травками. Смотрим по потребностям нашей кожи, да? С отварами трав. Либо это кубики с морковным соком. Морковный сок для тех, у кого тусклая кожа, немножечко добавляем в ту же самую минералку несколько капелек, да, и замораживаем в таком виде. У меня крем с SPF жирненький. Вот. В общем, как душе угодно. И также с утра достаете кубик, протираете лицо, и все, и кожа в восторге. Отеки тоже сходят. Я сейчас с утра немного отекшая, да. Будем сгонять отеки. Я положила в морозилку их сейчас. Они полежали там минут 10, ничего, пока за 10 минут не замерзло. Но они холодненькие. Они холодненькие, и это здорово. Мы с вами все движения делаем снизу вверх, а если нам нужна именно лимфодренажная функция, то делаем сверху вниз. Чем понравилось? Тем, что это удобно. Потому что сразу в двух руках, да, не то, что ты по одной стороне поделала, потом по другой, получается, это в два раза быстрее, да. То есть хоп, симметричненько все быстро проделала, и как бы красота. Шея, декольте. Мне понравилось, как на шее на декольте работает. Прям понравилось. Ну, девчонки, я вам еще раз говорю, если вы меня спросите, ну, как бы, надо это купить или не надо, не сильно дорогая вещь, но и не бюджетная, там где-то около 1000, да, выходит со скидкой. Я бы кубики льда замораживала. Это было бы гораздо полезнее, тем более обогащенные какими-то травами, минералами, да, и так далее. Вот. Поэтому, не знаю, тут, в принципе, холод плюс еще массаж, мы с вами кожу вверх якобы натягиваем, да, мы это можем сделать тоже и руками, и кубиками, и все нормально в этом плане. Так, лимфодренаж, если мы хотим, то мы с вами делаем вниз. Так прикольно, красиво, удобно, но кубики лучше. Это мое мнение. Поэтому смотрите сами, если хотите побаловаться, если вы их не забросите, то, конечно, приобретайте. Артикул тогда пропишу в названии, в описании к ролику. Они пришли в красивой коробочке, в обзоре заказа я вам показывала, да? То есть это презентабельно, это можно подарить, это классно. Прям смотрится очень здорово. Они сами по себе красивые. Отеки сходят за счет того, что мы воздействуем холодом на кожу, да? Лицо становится более свежим. То же самое можно добиться и льдом. Так комфортно. Комфортно, мне очень нравится. Я хочу их подольше подержать, чтобы в морозилочке посмотреть, вообще замерзнут они или нет. Если на ночь оставить, интересно. Очень хочется. Вот таким образом мы все с вами проделаем. Здесь никакого секрета, никакой схемы нет. Абсолютно. Просто все движения можно сначала поделать вниз, а потом поделать вверх. Завершающий у нас всегда с вами должно быть вверх. Можно под глазками подержать подольше. Держать их удобно. Ой, как хорошо. Вот прям под глазками хорошо.
Разглаживание мелких мимических, да, есть, потому что вы вот такой ровной, округлой поверхностью, грубо говоря, будете по лицу, делаете массаж. Чудес никаких эти криосферы не делают, естественно. Все, опять же, зависит от ваших рук, да? Вот все, мы хорошие. Я пошла делать кубики со льдом себе, с минералочкой. А вы смотрите, вещь неплохая, но как бы есть альтернатива, очень даже неплохая, а даже лучше, гораздо лучше. Ссылка для регистрации всегда под видео. Всех люблю, целую, всем пока-пока.